Почему только 8 серий, если идет стандарт 16, 30 лет? Не-не-не, неправда. Почему 8? Нет, нет никакого стандарта. Почему не будет? Так нет, просто смотри, ты говоришь о том, что для платформы очень много событий было. Нет, смотри, сразу же изначально почему-то вот так... Не мы определяли это определял Яндекс. И они считали вообще, что... То есть никто на это кино не ставил. То есть очень много, я слышал, до меня доходило слухов о том, что в самой этой структуре, в большой, были люди, которые считали, что это... Ну, нишевый проект. Понимаешь, как, смотри, вот как работает платформа. Мы знаем, что наш герой умер. Значит, не может быть продолжения второго сезона. А для них, для платформы, это неинтересно. Им нужно сразу же, с точки зрения коммерческой, чтобы был первый сезон, второй сезон, третий сезон. А тут мы сразу понимаем, ребята, у нас один сезон. Поэтому были вот такие у них там свои мнения. Со мной хорошо, это... почему не 10 серий? Почему именно 8? Вот почему не 10? Потому что не дали денег. Каждая серия стоит определенные деньги, и вот дали определенное количество. Я тоже говорил, что, ребят, нам не хватает. Я это сразу видел. Что нам не хватает, да, что нам не хватает развить, раскрыть. У меня проблема это больше всего с его с ним. Чего? Конечно, это супер. Ну да, наверное, вот оттуда больше. Не, я поменял действительно, надо еще раз. Вот я вообще на вытянутых максимально. Так, Жень, покажи. А мне лучше не плевать ничем в воду, ничего не делать, да? Что, поплюй?